Меня зовут Венецио Роза, я сам из Италии. Мое занятие здесь в Беларуси – это шеф-повар ресторана «Ла Скала». В Беларуси уже 16 лет, немало, почти, считаем, как белорусский человек. Я на этой сфере, как бизнес-ресторатор, почти больше 40 лет. Когда я пришел здесь, было приглашение, это 2004 году. Когда я пришел здесь, конечно, первый видеть, посмотреть это продукты, персонал города, и не только города, когда была пандемия, и никуда не мог ехать. Это дало мне возможность посмотреть почти все Белоруссию. И даже, с чем я раньше не смотрел, это очень интересно. Красивые парки, красивые леса, красивые озера. Ну, первое, это, конечно, что-то это была работа. Конечно, это сначала было тяжело передать, что это такое итальянская кухня, потом это огромные ингредиенты, огромные такие, скажем, рецептура. У нас есть море, горы, там, всякие такие продукты. Ну, время пошло, я могу скажу, быстро начал уже понимать. Здесь есть очень много продуктов, которые, если правильно умеете использовать, тоже хорошие. Особенно лето, когда фермеры у бабушки настоящие базилики, огурцы, помидоры, биологичные, яблоко вкусно такое. В принципе, все можно найти. Потом подумал, говорят, что я буду здесь, оставаться, не оставаться. Больше года пошли, и больше меня здесь понравилось, потому начал понимать, что такое-то Белоруссия. Спокойные, чистые, люди добрые, общение такое. Улыбается любой человек, вам улыбается. Безопасно такое, там то же самое. Я говорю, интересно, очень интересно. Ну, не хватает солнца, не, да. Ну, лето даже и жарко, неплохо. Ну, когда не хватает солнца, ну, не можно... И либо пить витамина D, либо просто садиться на самолет и ехать в Италию, Испанию, Грецию, где угодно. Ну, и побиться немножко на море, и вернуться обратно. Я недавно женился, купил квартиру. У меня родился ребенку уже полтора года. Мы семейные люди, мы любим по выходной садиться вместе, общаемся. Скажем, когда было наше Рождество 25 декабря, ну, встречался наше Рождество, потом встречался Новый год, половина итальянская, половина белорусская, а потом встречался еще местное Рождество. 16 лет, я могу сказать, как быстро пошли. Я даже не заметил. Я просто счастливый и очень доволен. Я думаю, что здесь побуду еще долго-долго-долго. Дом – это семья.